3 мая у нас очередное хищение с банковской карты произошло. Это опять новый способ хищения с банковской карты. Заявитель указал, что он в интернете обнаружил викторину от Сбербанка, где необходимо было указать реквизиты банковской карты и номер телефона, после чего он обнаружил хищение 20 тысяч рублей. По данному факту также органам дознания возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.